Клятва, даваемая сотрудниками внутренних дел при поступлении на службу, является почетным долгом каждого. Суть ее – это обещание защищать свое отечество, не щадя своих сил и самой жизни. В Центр профессиональной подготовки имени майора милиции Валерия Тинькова сотрудники органов внутренних дел принесли присягу на верность Родине. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Обязанность каждого слушателя Центра профессиональной подготовки – дать присягу на верность отчизне. У нас все категории слушателей здесь обучаются. Это и участковые, и дознаватели, и следователи, и уголовный розыск. Все категории слушателей сегодня принимали присягу. Всего 401 человек со всей Московской области, в том числе и из Ленинского района. Я, Борис Алексеевич, поступаю на службу органов внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу. Клянусь при осуществлении полномочий сотрудников органов внутренних дел. Уважать и защищать права и свободы человека. Каждый сотрудник полиции и спецподразделений один за одним произносили клятву на верность Родине и служению народу. Среди большого числа слушателей было заметно, что девушек здесь намного меньше. Однако их настрой на профессиональные достижения ничуть не уступал сильному полу. Профессия очень интересная, поэтому страшного ничего нет, только повышение каких-то своих знаний, повышение квалификации. Самореализация в любом случае. Серьезное отношение каждого к сегодняшнему мероприятию чувствовалось и в интонации, с которой произносилась клятва, и в выправке, и в жестах. Ни один слушатель не считал этот день простой формальностью. Ответственность какая-то появилась, определенная гордость за своих товарищей. То, что есть еще такие люди, которые служат в органах внутренних дел, которые могут постоять за своих. Товарищи слушатели! Поздравляю вас с принятием присяги сотрудника органа внутренних дел. С этого момента для каждого стоящего в строю выполнение присяги является священным долгом. Смысл их профессии заключается в служении народу, закону, отечеству. И профессия эта связана с риском для жизни. После присяги слушатели и старший офицерский состав отдали дань памяти павшим при исполнении служебного долга. Екатерина Чернышова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.